Трудоустроили почти 1000 инвалидов. На заседании трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений заместитель министра занятости отчиталась о проделанной в этом году работе. Так, более 2500 граждан с инвалидностью прошли профессиональное обучение и получили услуги социальной адаптации и психологической поддержки. По словам заместителя профильного министра, работа по трудоустройству инвалидов в регионе продолжается. Министерством реализовано мероприятие по содействию трудоустройству граждан с инвалидностью на 205 оборудованных рабочих мест. При этом на сегодняшний день договоры заключены со всеми работодателями и участниками программы. Напомню, что на оснащение одного рабочего места для гражданина с инвалидностью без создания инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к месту работы, предусмотрено 69 тысяч рублей, на оснащение рабочего места с созданием инфраструктуры для инвалидов-колясочников 987 тысяч рублей. В рамках заседания были подведены итоги конкурса по охране труда. Заявки на участие подавались от нескольких региональных, коммерческих и государственных организаций. В каждой номинации было представлено сразу несколько претендентов. По словам лауреатов этого мероприятия, участие в конкурсе для них лишь очередное подтверждение плодотворной и качественной работы их предприятий. Новые условия труда, их безопасность, лучшая оплата, своевременная, конечно же, формирует имидж наш социально ответственный как работодателя и, конечно же, привлекает новых квалифицированных сотрудников, заинтересованных в получении хорошей заработной платы и достойного рабочего места. В этом году зафиксирован рост количества предприятий, квотирующих рабочие места для инвалидов. По показателю трудоустройства этой категории граждан, Саратовская область занимает одну из лидирующих позиций в Приволжском федеральном округе.